понедельник в Самарской области переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Еще чуть потеплее. Днем 8-10 с плюсом, ночью плюс 6, плюс 8. Юго-восточный ветер 2-4 метра в секунду. В Сызрани облака, днем плюс 9, ночью плюс 8. Юго-восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, температура воздуха днем плюс 10, ночью 7 с плюсом. Юго-восточный 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, днем плюс 8, ночью плюс 6, южный ветер 1 метр в секунду. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.